Привет, ребят! Сегодня на видео я буду вот в этих вот солнцезащитных очках, потому что вчера я ездил на Елизаровский пруд, учился кататься на сабборде. Прикольная такая развлекуха, на самом деле мне очень понравилось. Еще я там был типа в роли тренера по плаванию, тоже интересный такой опыт. Кстати, обзор о Елизаровском пруде вы можете посмотреть в предыдущих моих видео. Очень интересное такое местечко. Кстати, вчера там было очень много народу, несмотря на то, что был будний день. И я думаю, что с приближением лета там все будет больше и больше народу, поэтому успейте побывать на этом месте. Так вот, сегодня я в очках, потому что немножко на сабборде я повредил сетчатку себе от солнца, от воды отражалось солнце и попадало мне в глаза, и я немножко повредил сетчатку, поэтому я буду сегодня в очках. И сегодня поедем на новую локацию, так что сейчас я переоденусь и встретимся уже на новом месте. Давай, до встречи. Парк Заречье, город Троицк. Раньше это была Московская область, сейчас это Новая Москва, но я все равно считаю, что это, в принципе, область. На автомобилях сюда нельзя, на скутерах и на мотоциклах тоже. Берите ролики, самокат или велик. Я велик взял. Площадки для пляжного волейбола. Ухожено, беседочки. Детская площадка. Мороженое продает с водой. О, такие классные лежачки.
мостки начались. Еще беседочка. Смотрите, как красиво здесь. Парк перешел в лес. Или скорее в лес-парк. Речка с одной и с другой стороны. На велике прям супер приятненько. На улице жара, а тут вообще кайфуха. Какая-то беседочка тут. Доехал в один конец парка. Скорее всего, здесь уже конец. И прям супер место, мне очень нравится здесь. Народу мало. Сейчас поедем в другой конец парка. Посмотрим, что там. Там вроде бы был какой-то ресторан или кафе. И там есть места для загара. Еще на той стороне есть что-то, тоже часть парка на той стороне, беседочки, где от солнца можно спрятаться. Так. Люди здесь отдыхают, загорают обычно. Есть уже народ. Переодевалки. Но купаться как факт нельзя. Спасательная станция, все как положено. А вот кафе здесь. Станция. Вот такое вот место, друзья. Ссылка в описании будет под видео, где находится этот парк, чтобы вы его нашли. И однозначно просто мой респект этому месту. Супер. Пойду поем здесь местных бутербродов. Если плохие будут, обязательно напишу вам в комментариях. Все, пока.